Всем енот, с вами Пуховик. Сегодня мы будем разрывать врагов на части в игре Chivalry Medieval Warfare. Но я хотя точно не уверен, как это правильно произносится. Ну, в общем, поехали. Так, это дуэльная карта. Здесь мы просто выбираем себе игрока. Класс персонажа. И бьемся один на один с другими типами. В принципе, такой режим для тренировки подходит очень хорошо. Я уже вчера немного поиграл, почувствовал механику, даже как-то на третье место вышел. Блин, у этого типа чё? А, меч. Там блокировать, блин, бить, уворачиваться даже можно. Да как? Да нет, ну блин, ну как же ж на блок нажал? Он еще бошку отрежет. Падла. Классная графика по сравнению с первой частью. Очень доработали, обновили движок. Все очень красиво, вон цвет переливается замечательно. Так, тот же самый тип. У кого другого выбрал? А, просто у него другая, это... За другую нацию он играет. На! Нужно руки отрубать после боя. Что-то не получилось. Играю легким пехотинцем, как он там называется, он быстро бегает. В принципе, только два удара выдерживает, а эти вот упыри довольно-таки много могут удерживать. В общем, кидается? Да охренеть. А мне ведь тоже можно было поменять персонажа. Ну я попробую просто с мечом. Здесь надо целиться еще. Куда бить? На, в глаз прям. Я им что-то отрезал, да, кажется. Отлично, отлично. Что-то мне меч побольше, чем топор нравится. Почему я покинул? Почему? А, вот. Человек уже 4 победы, нет поражений. 46 побед, я так понимаю, всего у него в турнире. Это до хрена много. Может быть, конечно, читеры живут. И как вот они так делают? Ну, он же развернулся, вообще спиной ко мне был. Да ну, ну бред. Я вижу свою окровавленную руку. Ай, блин, дровосек против рыцаря, ну это супер. Надо будет взять кого-нибудь посерьезнее. Да ну... Ну, ну это бред. Тяжелый рыцарь. Вообще как возьму бердыш. С боевым топором. И дымовой бомбой. Дундук. Дундук. Где он? В пятом месте. Так. О, блин, он медленный. На. Да как? Да как? Да я не понимаю, как эту игру можно вообще убить кого-то. Ему похрен, блин, если топором убьешь, не бьешь. Где дымовые бомбы? А, на твой. Ну окей. Дымовые, то есть они вообще урон не наносят. Okay.
оттолкнуть-то человек? Ё-моё, ну что ж как все по-тупому сделано? А, я начинаю нервничать. Погнали. Да ни хрена себе ты! Да ну это бред. Ред, который на первом месте, мудак. На! Ну они что, вообще что ли урон не наносят? Что я делаю? Куда я залез? Он сейчас поди там отхилится и все. Да ну как так-то, блин, ну нажал же на блок. Читаки, блин, сраные. Вот это да. Это я выдал. Блин, здесь очень сложно сориентироваться, когда надо нажать на блок, что нужно именно в тот момент, когда по тебе бьют, это сделать. Иначе, если так будешь стоять, он не отразит хрена. Ну здорово. Еще знать, какой удар быстрее, какой медленнее, то есть, чтобы успеть раньше оппонента это сделать. Это ни хрена не просто. По крайней мере, в первый день игры. Да ну я же, блин, ну какого это? Ложный удар был, походу. Дебильный рыцарь. Идиотский просто. Меч, цеп. А, мне кажется, вообще ужасное оружие. Оба. Оба. Щитом. Ну классно. На! Башки просто одни мозги остались, то есть даже их не осталось. Каска он одна. На! На, падай! Умри! Умер. На! Отлично. Фух, ну рыцарь мне нравится побольше. Он хоть бегать может быстро. Заколол кинжалом. Причем это только режим дуэльный, а там есть полноценный, то есть когда много народу, там 30 на 30 человек вы сражаетесь. И видео про эти режимы будут обязательно. На! Так, как-то еще можно... кричать можно. Еще можно, по-моему, как-то карту менять. Ой, карту, камеру. Но я что-то пока не знаю как.
Надо с ним расстояние. На щитом, прям по почкам. Так, опять с этим... Я же с ним уже дрался. О, у меня даже целое одно очко есть. Классно. Наверное, за вчера. Хотя я первое место не занимал, надо там первую тройку, может быть. На! На первом месте? Да, соси! Падла. Так, главное выиграть его еще раз. Сейчас прыгнет на бошку мне. Иди сюда, дерись как мужик. На. Почему я после блока не могу быстро его ударить, а он после блока сразу же... Да ну, ну я же назад нажал отскочить. Ну нет. Давайте попробуем арбалетчиком. Метательное копье. Широкий меч и щит. Да ну, в сторону же ушел. Что-то, по-моему, с копьем это херня какая-то. Ах. Сколько у них вообще копий-то этих? Ну и лифт уехал. Как вот это попасть нужно? Но! Тормоз. Есть! Шикарно! Вот так на. Прям яйца. А, 5 патронов. О. Да я блок же нажал. Ну как? Ну почему? Блок, блять! Не, по-моему, в первой части копьями можно было вообще очень-очень здорово. Ну там, конечно, когда народу много, то есть не все внимание. Ух ты, щит попал. Ну да, так что его. Да ну блин, ну рано блок нажал. Он поднял сначала щит, а тут меня потом ударил. Так, ты хватит меня там разделывать. Там они что-то за первое место очень напряженно дерутся. Падла. Да как вот? Ну да, конечно, так один на один толку это мало. Ну, блин, ну почему у меня вообще не попадает ни в кого? Нет, лучше возьму старого доброго пехотинца. Пожалуй, с широким мечом. Yeah.
На тебе в печень. За руку есть, голову отрубил. Ну, задел мечом за это, за бревно. Ой-ой-ой, ой, печалька. Толкай его вниз. Без башки остался. Все, конец. Что ж, с вами был Пуховик. Удачи и ждите летсплеев по этой игре. Bad things with you.